Ну появилась такая возможность приехать на природу, чуть-чуть помочь, как бы заповеднику. С радостью согласились. Просто место хорошее, красивое. Поможем, заодно отдохнем. Здесь очень хорошая атмосфера. Здесь горы, вот эти луга, поля. Вот. Свежий воздух. Ну и к тому же просто остановиться, заняться какой-то другой деятельностью ближе к земле, помедитировать в конце концов. Последний раз еще в детстве, в школе, с дедом ездил на сенокос, заготавливали с ним сено, косили косоид, собирали все это. Вот, в школе опять же. Вот. Ну, как будто вернулся, знаю, в школьные годы, запах, природа, посмотрите, как красиво везде. Колючки где-то попадаются, там машина тоже в сторону ее, не надо брать туда. А так нормально. Городским, как сказать, конечно, трудно. Могут и за час и мозоли набить, или еще что-нибудь там, конечно. И с граблями тяжело, с вилами общаться. Ну, стараются ребята, стараются. Никто так особо не жалуется. Нормально. Да, конечно, приходится некоторых учить, как обращаться, как что там. Ну, нормально, в основном все хорошо.